Что касается Ибн Усаймина, рахималлаху та'аля, он говорит этот хадис как другой хадис. Предыдущий, да, сказано, что вот это имущество человека, деньги его, превратится во что? Будет представлено в облике по-арабски. Аш-шуджа аль-акра. Да? Улема говорят, да смеются над ними Аллах, что это змея мужского пола, аль-акра, та, на которой на голове не осталось волос. Почему вот так вот выпали, рассыпались волосы или чешуя, да, мы говорили, из-за обилия яда у нее, да упасет Аллах Субхану Тари, у нее есть забиба танка, в хадисе в других версиях описывается, то есть две железы есть, которые наполнены ядом. Что потом делает эта змея, описано в других версиях, она берет, она берет этого человека за края рта его, берет и говорит, я твое, «Ана канзук, я твое сокровище, я твой анамалюк, я твое имущество», и кусает его. То есть у этого человека получается наказание с двух сторон. Вообще в ахире, вечной жизни, наказание двоякое. Наказание духовное, моральное, психологическое, и наказание физическое тоже. Здесь мучение сердца есть, и есть мучение телесное. Где мучение сердца? То, что начинает говорить эти слова, я твое имущество, вот я твой конц, ты скупился в отношении меня. Да, разрывает сердце этому человеку, больно сердцу, доставляет ему страдания. И еще что физическое страдание. Так что человек в таком мучении, что думает он, лучше бы я никогда вообще не был бы создан. Уже не говоря о том, что у меня еще какое-то имущество было. Человек будет жалеть, что у меня еще какое-то имущество. Пусть услышат за люди, которые... Так переживает за то, что они не богаты. А, я не богатый. И переживает человек. Откуда ты знаешь, Субхан Аллах? Может, Аллах Субхан Аллах тебя защищает от этих мучений? Ты уверен, что ты справишься со своим нафсом? Что устоишь перед шайтаном? Вот разрывается сердце человека в переживаниях. Вот тут их всех есть, у меня нету. А, все как люди, а вот у меня нет. И упрекают там, да, и жена мужа упрекает и так далее. Аллах устанет. Откуда вы знаете... В чем для вас благо? И будет ли это богатство для вас благом? Или вы хотите, чтобы говорили вам, я твое имущество, я твой конз и так далее? Насалу Аллаху афия.